Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем солить рыбу. И это мой самый любимый рецепт засолки красной рыбы. По этому рецепту рыбу солить не только очень просто, но еще и быстро. Итак, для начала посмотрим, что же нам понадобится. Килограмм красной рыбы, 3-4 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки перца, 1 столовая ложка сахара и 2 столовые ложки соли. Таким способом можно засаливать абсолютно любую рыбу, какая у вас есть или какая вам нравится. У меня сегодня форель, она уже очищена от чешуи и внутренностей, и весом она у меня примерно 1,3 кг, но засаливать мы будем лишь 1 кг рыбы, потому что нам не понадобится голова и хвост, их можно оставить для ухи. Также можно срезать сразу и плавники. Дальше рыбу нужно нарезать для засолки, и я это обычно делаю порционными кусочками. Разрезаю ее на так называемые рыбные стейки, но при желании вы можете очистить ее от кожи и костей и засолить кусочки филе. Я обычно нарезаю кусочки шириной 1,5-2 см. Теперь берем удобную посуду для засолки и выкладываем первый слой рыбы на дно. Дальше присыпаем рыбу довольно плотным слоем соли, желательно равномерно. Добавляем немного сахара, перца по вкусу и поливаем небольшим количеством растительного масла. А теперь равномерно все промажем силиконовой кисточкой. Кстати, я обычно использую подсолнечное масло, но если вы любите что-то особенное, можно взять кунжутное масло. Оно очень хорошо сочетается с рыбой и дает особенный интересный вкус и аромат. Все кусочки рыбы дальше нужно перевернуть на другую сторону и повторить всю процедуру с самого начала. Если у вас вся рыба в один слой не вошла, то повторяем для следующих слоев все то же самое. Снова посыпаем солью, добавляем сахар, перец и поливаем растительным маслом. Рыбу нужно обязательно плотно закрыть, например, пищевой пленкой, либо использовать контейнеры с крышкой, может быть, банки или кастрюли, то, что вам удобно. Рыбу убираем в холодильник, можно время от времени ее доставать и переворачивать на другую сторону, чтобы она более равномерно пропиталась всеми специями. Вообще считается, что такая рыба готова уже через 2 часа, но лично я люблю подержать ее немного подольше, оставляю засаливаться примерно на ночь, и на следующий день она точно готова. В результате такой засолки рыба получается невероятно нежной, очень вкусной и просто тающей во рту. А хранится она в холодильнике всего несколько дней, не больше недели. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился такой рецепт. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Ну а я жду от вас комментарии, как больше всего любите засаливать рыбу именно вы. Мне очень интересно. На этом у меня все. Заходите по ссылочкам в описании в мой Инстаграм и группу ВКонтакте. Приятного всем аппетита! Пока!